Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Mutant Year Zero, Дорога на Эден. Так, у нас... Какой же выбрать-то? Эти подвоечки. Ну вот это я очень хочу. Один к урону от оружия, но до нее надо добраться через эффект имени гранаты, длится на один ход дольше, поэтому мы его заберем. Так, и так как в прошлой серии мы заметили, что у нас начинаются траблы с убийством по скрытому, поэтому я думаю, наверное, мы сейчас что сделаем? Может, заапгрейдимся немножечко? Ну-ка, сколько у нас будет это стоить? 6,7. Хочу взять обязательно... такую вещь, как один калаш улучшить. Наверное, прощу. Ну-ка, проща лучше или вот эта пушка? 5,6. У Дакса, да? Ну-ка, 5,6. На двадцатку бьет. Проща. 7,8. На двадцатку бьет. Один тоже патрон. Смысл тогда мне вот изменитель состояния? Незачем. Отсюда делаем вывод, что вот эти снайперские лучше 5,6, 7,8. Трубострел нам вообще, походу, ни к чему. Хотя, если брать всем по снайперке, да, то есть нам надо 3, то, конечно, бы круто иметь 3 прощи. Так. Давайте, значит, сделаем как? Вот так. 8-9. В этой серии мы в бесшумку играть не будем. Поэтому пойдем мы вот таким вот макаром. Так, калаш. Калаш у Сельмы. Вот его тоже хочу получше сделать. 8-10. Прицелы его на дальность оружия. Слушайте, 18 получится. Может, крит у него поднять? Пусть, если что, впритык она бьет из этого. А модификатор урона? Критический. А, стоп, подождите. Да, все правильно. Крит урону. Шанс отбросить врага. Вот, крит урон. Пусть у тебя будет. Потому что частенько она на крит разгоняется. Кстати, Дакс у нас тоже на крит будет разгоняться. Дакс, Дакс, Дакс. Чем будет Дакс? Так, калаш у тебя. Дополнительное на дальнее, наверное, расстояние. Так. Так, давайте сначала расставимся. Шляпочку мы тебе сменим на. Нет, Сельма. Тебе понадобится вот эта шапочка. Быстрое перемещение. Тогда Свинтус у нас возьмет вот эту шапочку на этот. А Дакс пойдет у нас... Дальность оружия? Ну ладно. А... И бронька у него будет... Стоп, подождите. Бронька. Сними ее. Сними, сними, сними. Критические попадания. Пока уберем. Так, арбалет пока можешь... Стоп, нет, давайте возьмем вот так вот. Потому что нам нужен сейчас Дакс. Тр-тр-тр-тр-тр. Все готово, снаряжение. Бронька вот так вот. Ага. Сейчас мы заберемся. Так. Вот так вот. Оружие. Оружие вот либо это. Либо что ему взять? Давайте, наверное, второй кол... Стоп. Какой второй? У нас есть второй, да? Ага. 22, 31. Ух, далеко бьет. 22.
Не, ну все правильно. Он нас и так дико перемещается. Так. Сельма, идешь с калашом и с одной снопой. А Свитус, идешь с дробашом и со снопой. Проща. Так. Вот, теперь можно уже и порулить. А, кстати, да, ну, коммутации. Но тебе в любом случае нужно вот это выучить. Дакс, да, возьмем с высоты. Вероятность нанести. А ты... О, тоже. Отлично. Зашибательски. То есть давай тебе сразу поменяем. А то мы потом еще забудем. Так, у тебя... Ну, давай техавку пока возьмем. Так. И... У нас что, гранаты кончились? Нет, вот, еще есть. Так, окей. Теперь... Чекаем. Это калаш Сельмы, да? Нет, это Дакса. Вот калаш Сельмы. Второго уровня. Все четко. Дальность оружия. Ну пусть. Мы... Стоп, модификаторы мы использовали? На остальных пушках-то. Трубострел у нас ни у кого. Калашмат, это у Дакса. Почему? Блин, да что ж такое-то? Дакс. Почему у тебя нет калашмата? Снопа, либо калашмат, все правильно. Так, ага, ага. Вот, теперь вроде все правильно. Ну-ка. Welcome to the fix pit. My name's Delta. Калашмат давайте разгоним тоже, не знаю. Он и так отталкивает, поэтому... Отключить врагов роботов? Ну пусть попытается поджечь. Оттолкнул, поджег. По-моему, неплохо. Так. Теперь снопа есть. Калаш и... Блин, где у нас? Вот, бум-палка. Дальность оружия. Давай зеленый поставим. Он сейчас используется. Отключить врагов роботов. Ну, окей. Так. Снопа Дакса. Ага. И снопа Сельмы. Ну, пусть будет. Все, вроде готово. Кабанчик у нас все равно будет из разряда. Keep your head screwed on. Милишки. Так, ну что? Вроде мы все сделали. На апгрейд еще себе оставили. Вдруг у нас что-то пойдет не так. Куда мы хотим? Мы хотим... Да, вот, мы хотим начать экспедицию, отправиться вместо Железной Змей. Да. Мы хотим сходить туда. Помните, да, там на около... Как бы поезд. Вот. И перекрывающие путь гончие. Вот эти собакирины стоят. Ну, так вот. Сейчас мы будем, наверное, пытаться их... сделать атата. Только несколько странной обстановки, то есть мы не будем делать это сразу, то есть, ну, по одному их выделывать, а будем их сразу всех агрить. Только делать будем это через поезд. Так, стоп, ну-ка, Свинтус. Как нам это лучше сделать-то? Так, давайте, наверное, Свинтус, тебя оставим охранять вход. Ну, блин. Looks like the ghouls are having a party over there. Похоже, упыри закатывают у себя вечеринку. Как думаешь, нас пригласили? Угу.
15, точно. Так, самое классное то, что в этом поезде дорога наверх только вот там, где мы забрались. Так, как теперь сделать? Ну-ка. Ну-ка, мне подождите. Я почему все так устраиваюсь? Я хочу сразу и собак загреть, и вот этих типов. Причем я сделать это хочу намеренно для того, чтобы они начали сражаться между друг другом. Там мать, которая охраняет, мать псов зоны, мне не нравится, как собственно и танк. Что если попробовать их загреть друг на друга? Так, Сельма мне здесь для того, чтобы опутывать. Угу. Тот у нас будет стоять на шухере. Если вдруг они соберутся к нам залазить. Потому что я очень сильно сомневаюсь, что танки умеют лазить. Так. Что, может вот таким вот макаром начнем? Ладно, вроде все сделал. Вроде все правильно. Утка. Не, давай, Сельма, покажи, что ты умеешь. Так. Так, или так, соточка. А если с калаша? 75. Крит 85. Обалдеть. Двенашка будет на крите. А так будет девятка. Зато 100% выстрел. Останется 13 хпшек. Стоп, а если мы сейчас сделаем... То есть, чтобы эта зараза к нам еще и не бежала, мы сделаем вот так. Ага. На тот случай, если он сейчас... Если Сельма промахнется. Ну, давай, 12. Отлично. Враг вас услышал. Да по барабану. Мы все равно на шумку мы не собирались идти. Так. А ты у нас что? Никак, да? Ладно, ты остаешься на месте. Сторожишь подъем. Активировать. Ага. Сотка. Что-то можем с ним еще сделать, там, не знаю. Приподнять, нет смысла. Вроде. Крит 75. По-моему, неплохо. Давай. Ход противника. О, она позвала мамку. Так, ну. И всех остальных. О, ты нас заметил, да? Ха-ха, на овербоче. Так, вы, ребята, все не можете, да, попасть в меня? В тех моментах... Ой. Так, мясник, мародер и кто-то еще. Так, пока эти не пришли, мы все равно мы продолжаем развлекаться. Значит, давай перезаряди. Ну-ка, вот этого ты не убьешь его. Но это... Этого ты можешь поранить. На двоечку, блин. Вот. Вот что я хотел поделать. Давай. Так, это мы убили. Собакирин. Либо ты, либо Собакирин.
Ой, даже не знаю, такой выбор. А если мы этим стреляем? Вот, мы тоже уносим. И Собакерин уходит в любом случае. Давай. Огонь. Так, ага, теперь у тебя тут новые друзья появились. С дробаша... Конечно, круче стрелять. Ну ладно, раз попал, так попал. Я хотел переключиться обратно на снайперскую. Ух, хорошо, что попал. Мясники-паразиты, залази... Вот, она позвала еще двоих. Промазал. У него там очень маленький шанс на попадание. Во-первых, расстояние из такой пушки. Во-вторых, вот эти уклоны. Вот, что они делают. Так, мародер не полез наверх, да? Отлично. Мясник. Мясник может прыгать, поэтому он полез. Он подошел впритык. Что является ошибкой с его стороны. Бум. Стоп. Нет, не бум. Погоди. У тебя одна жертва должна быть для того, чтобы сделать корни. Утка. А, нет, все тип-топ. Можешь убивать. Все, отлично. Теперь мы можем делать корни. Еще разок. Кабанчик. Не, утка. Утка, сможешь его убрать? А, крит. Так, а если ты взлетишь? Взлетаем на крыльях, тратим... Не тратим ничего. Отлично. Крит 55. Так. Ой, да блин. Ну ладно, давай. Отлично. Если бы не. Если бы крита бы не было, Сельма тогда бы добила. А так у нас есть шанс, что Сельма сейчас. Отлично. А, вот они, красавцы, бегут. Видали? Что делает? И мамка. 30 жизней. Так, вот теперь нам надо, чтобы, ну, сделать так, чтобы они между друг другом начали драться. Как это сделать? Вы видите их лучше, стреляйте в них. Отлично. А, косяк. Так, мародер пошел, он все-таки решился. Фига, ему еще и хватило выстрелить. Вот это промажешь, по-любому снизу стрелять. Так, как поступаем мы? Мы делаем... Хиппи... Блин, у нас хиппи тратит.
Тогда мы что, не делаем хиппи? Не, нам надо валить. Так мы потратим на один ход сюда, да, добежим? Давай до сюда. Потому что утки надо убежать тоже. Давай, пошла. Утка? А, не, кабанчик. 25? Серьезно? Слушай, у меня идея. Знаешь, какая? Так, никто на Overwatch там не стоит. На! Вот теперь тебе мое укрытие должно мешать. Еще больше, по крайней мере, точно. Так. Мы можем до сюда добежать. Шаман на Overwatch'е, он даже не запалит из такого расстояния, то, что я наверху. Он не станет стрелять. Ух! Она дальше всех бегает. Да что значит Overwatch? Иди стреляй уже. О, молодец. Опрометчиво подходить к кабанчику-то. Так, кабанчик, давай разберем его. А если снопы стопроцентно, то есть не так мы не грохнем, да, его? Ладно, на. Так, а теперь вы. Мы продолжаем. Ага. Блин, тут охотник на Overwatch, да? Стоял. Так. А чего он не перестал работать? Забрать всех и вся нельзя. Ну да. Так, забирай. Насколько тебе хватает? А, отлично. Слушай, ты еще и можешь убежать. Здорово, иди сюда. No. Ух. А из твоей пукалки-то, конечно, попадешь ты. Так, стоп, а мы еще и можем потом выстрелить, да? Не-не-не. Так, ладно, давайте попробуем на Overwatch. Вдруг кто-то из них будет двигаться. Overwatch. А, отлично. Развлекайтесь. На. Блин, попал. Так, для...
заколебал. Что-то вас там слишком много. Так, выбранным нету, да, припасов? На, держи. Так. Сельма. Блин, далеко бежать. Утка, 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 утка. Сколько? Вот он добежит, вот этот весь ряд. Да по-любому добежит. Соточка на танка. Чтобы две жизни ему снести. Так себе перспективка. А. Блин, 50. 25. 25. Блин, может не охрить их. Так, если вдруг кто-то пойдет на меня, делаем из калашмата на Overwatch. Или... Или нет. Или мы отбегаем. Слушайте, давайте вправду просто мы сделаем шаг сюда. Они не должны нас все равно видеть. Или видеть нас плохо должны. Не на линии обзора. Вот так видно. Так видно. А вот так нет. То есть с этой стороны должен быть кто-то, чтобы нас запалить. Все, огонь. Они на них сагрились. По-моему, там пса жрут. Ох, как бы я сейчас круто бы туда гранату закинул бы. А, ну он разбегается. Давай, шаман, еще кого-нибудь позови. Нет, не Варик? Overwatch? Серьезно? Так, кабан. Полтинник. И на линии огня. Сельма? Тебе что-нибудь видно? Ай, со снопы. Охотник. Мне как тебе так заделать-то? Да ну, не. Слушай, ты будешь бегать? Давай мы тебе вот так вот сделаем. А тебе, ты давай со снопы. Становись на Overwatch. А ну-ка. Огонь. Сколько... Сколько ты, интересно, восполнишь? Полностью исцелиться. Это того стоит. Хе-хе-хе. Огонь. Стоп, подождите. Почему я здесь не вижу полного исцеления? Сельма? Не, давайте, Сельма, ты можешь двигаться? А, нет, все, она сходила. Отлично, давай сюда. Overwatch. Ну и... Ждем исхода. Я больше чем уверен, что сейчас этот встанет. Ой, я что ли стреляю? Кто-то подорвался.
Нет, ну шаман все, значит подкрепления больше не будет. Да по барабану, у нас вон еще один трупак есть. Ага. Сельма? Отожги, пожалуйста. Спасибо. Call me. Так, сколько тебе надо на хавку? Два убитых? Блин, он на овервотче. Стоп. Отлично. То есть, я... Да не, ну... Утка, ты его не видишь? Нет, утка его не видит. Перезаряжаешься? Ты его видишь? Нет, ты его не видишь. Отлично. Значит, идет сейчас кабанчик. Выходит, убивает, а потом идет хавает. И все. И мы в танках. Да-да. Подкрепления не будет, значит сюда больше никто не придет. Так, а нам остается... О! Пес, пес. Слушайте, мы можем уже начинать помогать, я так понимаю, да? Почему? Поперли. Они там доели его или нет? Давайте кучнее, ребятки. Ага. Так, вот и претендент первый. Сельма? Ну как так, Сельма? Давай перезаряжай. Крит. Слишком далеко. 75. А достать ты достанешь до них? Еще не достает. Ну, значит, где тут у нас? Вот так вот. Давай. Утка-то у нас быстро бегает. Кабанчик. Ты развлекаешься пока? Приятного аппетита. Так. Ох, они сейчас все сюда рвут. Надо было, наверное, больше собак отстреливать, да? Может, все запрыгнем? Блин, здорово, мать, сверху. Так, ну что? Настал тот момент. Сколько вот он передвигается? Надо стрелять. Крит по-любому будет, да ведь? А вот в этого... Вот, стоп. Если что...
Будем бить гранатами. Так, утка. По-моему, тебе надо отойти. Из калашмата соточка. Если сюда соточка, соточка. Да, давай сюда. Крит 55. На, держи. Так, а кабанчик. Он, кстати, еще не умер. Он лежит, валяется, и он сейчас встанет. На. Так, сейчас мамка придет. Угу. Точно, точно, твой выстрел. Еще что ли зовет? Да, там по-любому еще один придет. Так, этот встал. Блин, мамка вернется, не вернется? На! Так. Как теперь-то с вами поступить? Они сейчас добегают. Не знаю точно. Соточка, может одного мы сможем снести? 17, мы ему бьем 8, либо 9. Собака все еще, то есть, ну, мамка все еще стоит там, поэтому у нас есть шанс, во-первых, согреться на того. Так. Сколько у тебя? 5 урона? Здесь 8. Крит. А ты потянешь? Ну ладно, если что, Сельма добьет. Адьос! Молодец. Тогда теперь у нас есть шанс, то, что Сельма еще может отойти. 75. Соточка 70. И крит выдать еще, да? Слушай, Собекирин. Нам не надо отходить. У нас все тип-топ. На, держи. Связался не с той девчонкой. Угу. Так, соточка. Так, не, ну перезарядить нужно вот эту пушку. Да, давайте. Потом выстрелить из калаша. Что? Серьезно? 75. Давай с этой тогда. Из калаша надо было выйти напрямую. Как это сейчас делает Бормин. У которого нету патронов. Утка, у тебя все лучше, нет? Чем у остальных. Че со снопой? Понятно. 75. Да куда у тебя 75? Иди сюда. Крылья мотылька. Блин, надеюсь, тот на Overwatch'е не запалит. И огонь.
Бай-бай. Так. Пожалуйста, пожалуйста. Есть. И сейчас бежит он. Нога врывается прям таки на наблюдение. Это ты зря. Так, ну что, можно сказать, мы все сделали. Мы идем сюда, сейчас не палимся. Не, точнее, даже не паримся, да? Стрелять у нас пока не из чего. Мы перезарядим пока калашмат. Сельма. Встань сюда. Давай на Overwatch. Ты у нас остаешься здесь, потому что там места тебе нету. Даже нет. И перезаряжаешься. Чувак, ты уже попал. Не на линии огня. Сельма. Ты его видишь? Не на линии огня. Давай его Overwatch. И ты тоже на Overwatch. Так, что с тобой-то делать? Давай чуть-чуть вперед. А, да выходи ты уже оттуда. Если бы ты не стоял сам на Overwatch, я бы уже к тебе уже вышел бы. Правда, правда. Так, давай. Сейчас еще с той стороны выйдем тоже. На, все, пошли. Бам! Ух ты, у Иридии появились новые предметы в магазине. Что-то мне подсказывает, что там какая-то очередная шляпа. Так. А еще мне интересно, знаете, какой момент? Мать псов, она кричала, то есть, ну, лаяла. Под конец. Призвала она еще кого-то или нет? Химический факел, отлично. Разбитая электроника. И то, ради чего мы сюда пришли. Ну, конечно, мы собак еще просто открывали, но все-таки. Еще один калаш. Не, ну я считаю, что это успех. Да? Да-да-да. Правда, теперь поезд у нас дырявый здесь. Кстати, надо с той стороны еще походить. Там же эти были, да? Те, что Бормин, конечно, не съел. Кстати, почему вот они не залазили? А, или там нельзя залезть, наверное, да? Думаю, почему не залазили на соседнюю площадку? Так, отряд... Мутации. Мы были 29-й, стали сразу 31-ми. Кость, это обездвижить. На два хода. Неплохо. То есть, если у нас несколько противников, мы можем... Сначала с Эльмой. Всю пачку, да, например. А потом... Уткой... Еще на два хода, но уже одну цель. То есть, если их, например, было три, и мы за раунд разбираем, например, двоих. Я, конечно, утрирую. Так, аптечка. Аптечка — это хорошо. Шесть аптечек. Надо Бормина подставлять. Ему выдать... Кстати, троечку ему надо выдать. Утка.
Отдай Бормину троечку. Вот мне очень понравилось, как он танкует, потом хавает. Опа. Ломки лома. Так, я думаю, здесь можно сохраниться. А. Кстати, помните, да, в уголку нашел какую-то красную штучку? Может, надо побольше полазить? Или может она на свалке, где ее нашел? Я же ее там нашел. Заболтал же. Так. Блин, что глянуть, что у нас здесь вообще за локация? Это следующая. О, еще две открылось. Точнее, три. Кто-то, что мы сейчас, и еще две. Тут полно сокровищ, которые только и ждут, чтобы их забрали. Металлические поля. Так. Вот сюда потом, видимо, надо, да? Давайте посмотрим. Если идти вдоль таинственных железных путей, перед вами внезапно вырастает древний лагерь. Похоже, раньше в нем собирали все движущиеся телеги. Многие из них до сих пор стоят там, словно огромные хибары на колесах. Жили ли в них древние? Или использовали их только для путешествий? Так, ну ладно, наверное, на этом мы серию закончим. Потому что дальше будет уже затягивание. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Прямой путь не всегда главный. Пока-пока.